сьогодні у програмі. Ревізор в Одесі. Не може бути. Вітаю, вітаю, вітаю. А це хто? Прикалуєтесь. Ви прийшли з бошками. Да ладно. Да-да. А от і мишка. Засушена делікатес. Це просто ой! У нас тут блошині перегони. Японська кухня з чорноморським колоритом. Усе наше. От. Я перехрещусь, коли ви поїдете. Та не пропустіть. Вот оно море, а вот он аквапарк. Ми к вам, ми к вам, ми к вам. Толкайте мене. Оля! Да перестаньте, ну тут же дети, ну что вы вытворяете? Ну вы нормальные? Бери руку. Позорище! Это трасса Е95, одесская трасса. Ревизор идет проверять сетевой ресторан «Вареники». Власник цього та ще кількох ресторанів на трасі – співаючий ректор Михайло Поплавський. В них часто зупиняються подорожні, щоб недорого перекусити. Смачна їжа за дуже помірну ціну. Чисто, охайно. Веранда мила, хоча і шумно від траси. Вареники невкусне. Це неявно завишене. Персонал неопитний і його не хватає. Ждали заказ около часа. Борщ заправлен мукой для густоты. Отвратительно. Цены тоже завышены. Все просто жахливо. Офіціанти грубі, вареники не смачні, дорого. Тож проїхати повз команда ревізора просто не могла. Здравствуйте! Є хто живий? Здравствуйте! Это я, Николай Тищенко, и команда ревізор, мы к вам с проверкой. Кто у нас шеф? Да. В стороне на ресторан «Сауна». Его зовут Дима. Он там працюет, а тут у нас уже курирует нас. А его можно позвать к нам? Можно. Позвать. Ну что, пока мы ждем шефа, могу вам сказать, что кухня очень просторная. А можно вас на минутку? Расскажите мне, как вас зовут? Вера. Верочка. Кем вы здесь работаете? Поваром. Какого процесса? І гаряче видаємо, і салати, і борщі, і все. Давно працюєте тут в ресторані? Ну, це тільки недавно. О, парадно-вихідна форма. А як часто ви убираєте на кухні? Як немає людей, то я трошки вбираю. В першу чергу, що я перевіряю, це витяжний зон. Його ви мили? Трошки ленненько. Він буде грязний? Ну, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, какой он грязный. Та вся пыль будет падать в еду. Да. Скажите, а как часто генеральное прибирание у вас? Люда! Люда, идите сюда к нам. Есть график уборки кухни? Все наше. Это ваше, да? А то уже не ваше. Что роблять уборщицы, мыют пол? Але ж мы про обладнання. Ой-ой-ой-ой. Понятно. Понятно, что? Внутри есть жир. Надо работать. Он уже капает по вытяжному зонту. Видите, потеки? Хорошо, мы выйдем. Я побачу. Надевайте перчатку. Вот плита. Сломана? Смотрите, какая она грязная, эта решетка. Сжигаюсь, хлопцы. Ну вот они довыпаливали, что они просто сломали, а вы не заметили. Не, что мы бачим, ты что? То что, ничего? Смотрите, сколько грязи. Жир, мусор остался. Не-не, это надо срочно перемывать. Кладите в мойку, перемывайте. Смотрите. Это уже... Дайте мне пирометр, пожалуйста. Давайте проверим вот сотейники. Это пюре из гороха, правильно? Не може бути! Вітаю, вітаю, Михайло Михайлович, я не верю своїм глазам. Я просто йду на Київ випадково. Кажуть, заїхали гості. Кажу, то я зараз заїду. Слушайте, це точно ви? Да, можна я вас потрогаю? Так, да, вітаю тебе. Підтверджую, живий, да. Михайло Михайлович, руки чисті. Поїхали в будь-який ресторан, беріть. Це просто варенична. Така літня на 2-3 місяці ми відкрили. А в ресторан заїдьте любий, наш багато ресторанів. Я дуже люблю. Хороший чорний піар, це теж піар. А нас який піар, кстати? Ведь ми всі в білому. Ні, у вас хороший піар.
Белый. Да. У нас белый пиар. Рейтинговая программа. Лично Михаил Михайлович Поплавский сказал, ревизор – это белый пиар, правильно? Да. Куди ви порадите заїхати з ваших закладів? Давайте поїдете в любий ресторан, який варить брід, ось кропива, брід, батьківську хату. Це просто ми оцей Вереничну відкрили на 2-3 місяці, ось на літній період. А давайте зараз подивимося кухню разом і поїдемо туди, куди ви радите заїхати. Ну, що тут кухню дивитися? Кухня як кухня. Рядова варенична. У нас в основному вареники, тут перші блюда і все. Окей, Коль, давай разом з Михайлом Михайловичем зараз подивимося холодильник, покажемо на проблеми, які ти вже знайшов, і поїдемо, куди він радить разом. У нас не проблеми, у нас задачі. Дайте, будь ласка, халат. Так, а що під стелажом? Є криз, случайно? Криз, миші. Нема. Не травите? Ні. Угу. О, а це що таке? О. Так це яд красивий. Принаймні, дуже схожий. Якщо з поля щось забіжить, хай воно буде. Ні, так виходить, що таки травить. Ну, я навіть не бачу цього. Ми ж на полі йдемо, ми на трасі. А врешті ресторанів таке є? Смотрю, у Крис раціон такий от дуже разнообразний. Яд на всі вкуси. Ні, це просто, щоб відлякували запах. Коль, обережно з такими речами. І змени, будь ласка, рукавичку. Нам ти повинен живий бути, ти що? Нам вже теж. Нам теж. Похорони зараз дорогі. А мене за счет каналу. Ну, ясно. Не так. У мене в контракті прописано. Жарти жартами, але ревізія за розкладом. Давайте посмотрим вместе с вами холодильники. Смотрим. Что бросается в глаза? Не все продукты накрыты. Згоден. Масло, смалец, сырники не накрыты. Підправимо. Надо исправить. На контейнерах нет крышки, контейнеры повреждены и нет ни одного стикера. Это домашний. Грудинка, открыт уже пакет, хранится неправильно. Смотрите. Ясно. Даже вот я взял просто за контейнер, и он грязная перчатка получилась. Чуть-чуть. Не грязная, просто он чуть-чуть жир є. А на полках жир есть? Ну, попробуй. На полках ржавчина. Повреждена полка, ее надо или починить, або или заменить. Холодильник. А Поплавский радикальный. Говорить о товарном соседстве не приходится. Тут же у вас копчености, тут же... Узварчик. Квас. Квас. Стикер есть? Да, на нем есть маркування. 20 июня 2018 года. Да. Узвар свежий. Но я бы рекомендовал вам хранить не в пластиковых бутылках, а в стекле. Зараз це вже робимо. Сьогодні все буде відпрацьовано, повірте мені, мене ж. Обіцяєте? Да. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, а де вареники? Бо ми коли їхали до вас, читали, що їх тут готують. Ні, вареники там, де чи на ресторан, скільки вареники готують. А сюди просто привозять запас? Да. Готові, вже не фабрикати привозять, да. Зрозуміло. Так. Тоді до них. Если уже есть куча снега, значит холодильник работает неправильно. Он перемораживает. Следовательно, полуфабрикат теряет свою якость. Правильно. Качество сохранить невозможно в таком холодильнике еще по той причине, что нет крышек. Это большая проблема. И эту проблему можно легко решить, только если вы почините холодильник и накроете крышками. Все прийнято. Контейнер. Прийнято. Промарковані усі контейнери, там написані начинки. От є пельмені свині. Потребіть до 28 июля 2018 року. Вони свіжі. Пішли. Так, там нет мишек? Немає. Вон какашки мишиные, видите? А вот и мишка. Ой, мама! Нормально засушена, якраз дуже корисна, якраз делікатес. Може, ще й гостям подасте? Желательно, щоб цих делікатесів не було. Согласна? Прийнято. Ну що, з кухні все ясно. Чистотою вона не блещет. В холодильниках продукти теж без маркировки. За що не візьмусь, вокруг одні сплошні задачі. Михаил Михайлович, куда едем? Поехали. Куда? Какой ресторан? Давай к Кропиву заедем. Крапива! Все, поехали. Крапива!
Ну что, идемте. Михаил Михайлович, показывайте ваше хозяйство. Чем вы гордитесь? Впервые Мих-Мих и Ник-Ник идут вместе с ревизией на одну кухню. Здравствуйте. Где кухня? Добрый день. Здравствуйте. Я Николай Тищенко, это команда «Ревизор». Михаил Михайлович Поплавский, мы к вам с проверкой. Меня зовут Александр Валерьевич Спирин. Я шеф-повар ресторана «Крупного». Ага. Ну хвастайтесь чем-нибудь, показывайте, что у вас здесь крутого. О, это не кухня, это стадион. Ну что, давайте. Я всегда начинаю с вытяжного зонта. Чисто думаете? Думаю, что это чуть-чуть есть. Да не чуть-чуть. Очень много сажи. Это копоть из-за газовых конфорок. Нужно чаще протирать. Саша. Как часто вы моете кухню? Ну, кухню моем раз в 3 дня. Ох ты. Это генеральная уборка. Генерально раз на 3 дня? Раз на 3 дня. Круто! Надевайте перчатку. Мы сейчас вместе с вами посмотрим и покажем украинцам, как не должно быть. Шеф, почему же? Старый жир. Уже, видите, есть пыль в нем внутри, и он такой уже как замазка. Возьмите вот как я, вот рукой. Зонт. Плотнее туда, глубже, глубже. Раз и на камеру. Что мы видим? Жир не раз. Так быть не должно. Саш. Поехали дальше. Плита визуально чистая, допустимое количество грязи, но сами конфорки нужно лучше вымывать. Так, где сковородки, где они все лежат? Чисто, как думаете? Проведите рукой. Что там? В принципе, нормально. Может быть. Выдается, чувствую так. Ага. Да нет, грязно. Перемыть. Все отдаю на перемыв. А вы не суворий керівник, ні? Ви так м'яко, Саші, кажете, Саш. Потім, це ми потім. Потім? А як буде потім, пан Михайло? Буде жорсткий менеджмент. Жорсткий робота на результат. Я хочу сказати, буде блищати, як у кота яйця. Як у кота яйця, так я сказав, як отрізав. І сумнівів навіть не виникає. Хочемо перевірити якість олії. Дайте аналізатор. Смотрите, Михаил Михайлович. Это анализатор качества масла. С помощью него мы проверяем... Разумею. Давай, пробуем. Состояние продукта. Вы не креститесь? Нет, я перекрещусь, когда вы поедете. Цвет индикатора зеленый. Масло хорошее. Молодцы. Ну что-то хоть повинно быть хорошее. Где холодильники? Где у вас мясо, рыбка? Давай, подойди. О, смотрите, есть отдельная комната для хранения мяса, что мне уже нравится. Смотрите, во-первых, все нужно вакуумировать, вот так. Вот это вы сейчас сделали правильно. Единственная ошибка, что нет стикера и даты. И сколько оно тут лежит, неведомо. Все простикировать в вакууматор обязательно и на длительное хранение. Все мы сделаем. Угу. Все, зараз я вас отправлю. Я сейчас переживаю, когда я вас отправлю, я тут залишусь один. С ними. Так я уже переживаю. Нет, это будет... Це буде жорсткий менеджмент, ми чули. А як буде потім, пан Михайло? Буде жорсткий менеджмент. Робота на результат. Так, а ну що за морозилка?
Ну, нету ні, ні грязі, ні мишек, ні тараканчиків, ні віжок. Це вже позитив, коли це позитив вже. Слухайте, чому за цією морозилкою така чистота, а в тому ресторані що було? То кафешка така общепітовська. Мені можна більше не говорити, мені достатньо одного разу. Глухим два рази марш не грають у нас. А Поплавський віджигає. Що це? Відкривай, відкривай. Відкривай! Так і сказав, відкривай. Що там у тебе? Перше. Михайло Михайлович. Сразу же жорстко їх отменеджеріть. На гастроємкості повинна бути що? Крышка. Дальше. Должен быть стикер. Должна быть дата приготовления полуфабриката и дата, когда вы должны этот продукт окончательно скушать. Ничего этого здесь нет. Но радует, что есть пленка. И вы не ставите полуфабрикат, это было бы очень грубо, прямо на гастроемкость. Но ни в коем случае кульки картофелем сверху не кладите. Що це? Рідні тарілки. Здається, це тарілки, в яких ви подаєте вашу легендарну окрошку, да, так? Так, рідні тарілки. Це дуже класна ідея, дуже. Але тоді однозначно вакуум. Тому що рідна тарілка, якщо мені подати окрошку, і вона буде внутрі вже нечиста, то фактично чоловік буде їсти. Звините, не буду навіть виражатися. Отдельное хранение, как вот посуду. Мы же ее вымываем, она отдельно хранится. Так к этому креативу нужно отнестись. Здесь хранить нельзя. Вот смотрите, как много этих тарелок вот там внизу. И они у вас хранятся под ящиками. Плюс вы не забывайте, что ледяная посуда тоже может биться. Вот как это. Угу. Вот видите, ее уже можно смело выбрасывать. Да. Скол. Так уже не может. Понимаете? А только потому что, Михаил Михайлович, посмотрите. А сверху коробки. Это уже можно выбрасывать, эту тарелку, она повреждена. И я посоветовал бы вам относиться к вещам, которые являются основой, духом, эксклюзивом, очень бережно. Холодильник с продуктами и полуфабрикатами. Где он? Идемте, пошли. Камера хранения просторная, высокие потолки, продукты в мисках и тарелках. Шеф, идите к нам. Смотрите, масло дорогое, поможет. Стикер где? Должен быть. Снова прокол. Точно так же чеснок. Зачем его столько начищать? А если начищать, тогда в контейнер, тогда матрасик, тогда он не будет сохнуть. Правильно? Правильно. Дальше. Вот есть шкварки. На них есть стикер 24.06. Это сегодня. Значит, понимаете, что делать? Понимаете. Но почему без контейнера, непонятно. А что с контейнером? Как закупить? Не требуем все так. Смотрите, яйца. Ой, яйца сырые. И хранятся неправильно, потому что рядом готовая еда. Яйца должны храниться отдельно. Тому що сальмонельоз, ми всі об этом знаємо. А це вже зальот. Вот вентиляция. По ней ви, не обращая ни на что внимания, можете определять частоту камеры. Их частоту уборки. Да, да. Вот если она в грязи и пыли. От як зараз. Все, значит, в самом помещении грязно. Если она чистая, все, вопросов нет. Ну что, мы с вами посмотрели кухню Крапивы, и у нас есть замечания. А сейчас мы пойдем пробовать еду. Поможете мне в этом? Да. Идем. К столу. Михаил Ильич, присаживайтесь, пожалуйста. Ну что, давайте пройдемся по ценам. Так. Сало ассорти от Михаила Поплавского 65 гривен. Холодец из молодого петушка 70 гривен. Первое блюдо. Борщ зеленый 65 гривен.
мамины вареники с картошкой и шкварками 65 гривен. А со сладким сыром тоже 65 гривен. Что вы посоветуете? Пожалуйста, так как ты уважаешь, так и домой. Давай. Я вас слухаю, добрый день. Вас зовут Анна. Очень хорошо, что у вас есть бэджик. Мне проще. Анна, знаете, что я закажу? Как настоящий украинец, сало ассорти от Михаила Поплавского, равиоли по-украински с крапивой в горшочке. Класс. И очень креатив. И давайте мне узвар. Скажите, а как быстро вы приготовите? До 10 хвилин. А равиоли чуть-чуть ну? До 15, до на равиоли. Да. Горшочки. До 15? Ну, звичайно, до 10 хвилин не зможу. А босс в темі. 15 – це максимум. Більш-менш. Не кожен день у нас побачиш. А шефа часто видите? Шефа так, часто. Заїжджає? Так. Проверяє? Так. Наказує? Іноді буває. Чаще хвалить. Это хорошо. Настоящий руководитель. Ну что, давайте, время пошло. А мы пока пойдем вымоем руки и заодно проверим туалет вместе. Пошли. Туалет общий, правильно? Сиденье унитаза. Чистое. С обратной стороны. Ну, есть вот капельки вот здесь вот. Який Микола делікатний. Кстати, как вы думаете, хорошо работает слив? Я думаю, что да. Пробуем. Знаете, вы попробуйте. Ну, давайте, нажимайте. Слив работает хорошо. Проверяем ведро. Есть пакет и немного бумаги. Ёрш. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите. Есть немного грязи, да? Да, чуть-чуть есть. И немного какашек. Упс. Надо внимательнее. Менеджеры по сервису должны лучше работать. С ними тоже будет? Жестко. Я ж чекаю, когда вас отправлю. Михаил Михайлович, на самом деле. Можете дочекатися, когда я вас отправлю. Так. Туалетная бумага есть. Белого цвета. Дозировано. И это удобно. Так. Вымоем руки. Давайте. Сколов нет. Умывальник чистый. А вот в стоке есть. Да. Уже грибок. Да, есть чуть-чуть. Оце ваша фирмова чуть-чуть. А вот горячая вода. Горячая вода есть. Есть. Мыло. Разбавляете мыло? Не разбавляем. Михаил Михайлович, в вашем ресторане крапива, мыло. Люда, 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 Люда. Здається, жорсткий менеджмент почнеться просто зараз. Не разбавляю. Супер. Не разбавляю. Бачите, як повезло. Ну что, руки вымыли, теперь к столу. Присаживаемся. Да, попробуем. Можно официанта на минуту? Смотрите, никогда больше не ставьте еду без гостя. Потому что гость должен видеть, что вы ему ставите. До дегустації. Ну, поїхали. Презентація мені нравится. Очень і по-домашньому, і по-ресторанному. Ну що, будемо пробувати?
Будем пробовать. Когда почевка неправильно приготовлена, она сухая. Этот кусочек очень нежный, она бледно-розовая, что говорит о том, что мясо не перекоптили. Не перекоптили, да. Она сочная и не соленая. Почеревка мне понравилась. Пробуем равиоли с крапивой и с Михаилом Поплавским. Стоп! Стоп! Куда презентацию сломали? Вот что мне теперь говорить людям? Я ж пришел пообедать с тобой, я на презентацию. Виглядало це красиво. Дегустируем. Попробуем. А крапива должна быть в начинке? Тесте. Ага, вот, вот, я вижу кусочки крапивы в самом тесте. Интересное решение. Тесто нежное, не сухое. Равиоли не переварены, начинки достаточно. А что это за соус? Это сырный, да? Сливочно-сырный. А ну, шеф, идите к нам. А ну, попробуйте. Ну, тут сир пармезан, який дає немного такий вкус. І немного соус пересолений, тому самі равіолі краще не солити, правильно? Ну що, Михайло Михайлович наворачує в обе щеки. Значить, вкусно. Коля, я не знаю, що тобі не подобається, але мені дуже подобається. Ні, я сказав, що мені подобається, але пересолений немножко соус. А вообще равиоли вкусные. Попробуй, попробуй. Очень вкусный узвар, как дома. Он такой яблочный, яблоко и немножко груш. И чуть-чуть груш. И сахару не мает. Я это чувствую. Солодкие яблоки и груш. Ну что, дайте, пожалуйста, счет. Будьмо. Будьмо. Мой счет за узвар, за ассорти сала от Поплавского, украинские равиоли в горшочке, 180 гривен. Дякую. Спасибо. Дякую, Анна, дякую. Ну что, поговорим? Да. Спасибо вам большое. Давай. Михаил Николаевич, да. Что я хочу сказать? Сколько мы видели куртелыков, людей, наделенных властью, деньгами, которые нас не пускали на кухню, которые устраивали драки, скандалы, делали все, чтобы мы не делали нашу работу. Хорошо. Да. Я вот от всей души, ну вот просто респект вам. Все проверяли, все смотрели. Вот по-мужски, вот просто респект. Дайте я пожму вашу руку. И вы знаете, что были замечания. Я вам на них указал. Займитесь жестким менеджментом. Работай на результат. В чем я вам желаю успеха? А мы погнали дальше с проверками. Спасибо. На Одессу пришли, да? Да, на нее родимый. Сейчас мы там тоже жесткий менеджмент устроим. Так, не ругайся. Хорошо. Сьогодні в мене буде дуже незвична ревізія в місті Одеса. Я йду перевіряти салон краси «Грумінг Джаз» для тваринок. Ходімо зі мною. У «Грумінг Джаз» вже 4 роки стрижуть песиків, котиків та навіть коней. Перевірити сервіс у салоні допоможе собачка нашої глядачки Барбі. Доброго дня! А як вас звати? Іра.
Кірочка. А мене звати Олена Філонова, я з програми «Ревізор». Приїхала до вас на перевірку. Я проти такого. А хто ви? Я зараз не хочу представлятися. Ви майстер? Я не хочу представлятися, чесно. Чому? Ну, я не люблю таких, як говориться. У нас здесь ми з собачками працюємо. Так, опасно, я розумію. У нас я опасно. Знайомтеся. Її звати Барбі. Це моя маленька подружка. Ми записані до вас на стрижку. Угу, понятно. Хорошо. Схоже, Барбі розтопила серце майстра. У вас тут три тваринки і ще якийсь гарний чоловік стоїть. Це мій муж. А, це ваш чоловік. Да. Доброго дня, як вас звати? Микола. Микола, дуже приємно. А ви також майстер-перукар для тваринок? Я допомагаю своїй жінці. Да? Да. Це ваш такий спільний бізнес, так? Ну, как би, да. Ага. А хто за що відповідає? Ну, я за все відповідаю. Одеські дівчата, вони такі. Добре, щоб не травмувати тваринок, я хотіла вас запитатися, через скільки хвилин ви вже звільнитеся, щоб обслужити нашу Барбі? Хоча б минут 10. Добре, а де я можу з Барбі? Ну, присаджуйтесь на диванчик. Це у вас така приймальня, так? Так, це приймальня. Це диванчик для кого? Для мене це чи для Барбі? Для і Барбі, і для вас. Сідати на диван, де залишки шерсті якоїсь тварини, і ще й на підлозі тут, дивіться, яка капна залишилася. Якось не дуже приємно. А матшорсток також саме шліця, як у вас. Ну, це змінює справу. А ви якось диван чистите? Чистимо, звісно. Скільки разів на день? В кінці дня ми пилососимо і вибираємо повністю. Один раз. Да. Не густо. Треба тоді найняти людину, котра буде прибирати. Прибиральниця нам не потрібна, тому що ми самі прибираємо. Повністю у воді робиться дезінфекція і вибирається все. Дезінфекція? Так. Це дуже цікаво. Яка? Розкажіть. Спеціальними препаратами. Якими? Покажіть. Ви дійсно прийшли в самий підходящий день, що сьогодні дуже грязний день. Така вона – ревізорська карма. Це у вас що за засіб? Швидкої дезінфекції та очищення чого? Використовуємо на інструмент. А покажіть мені термін придатності. 17.11. Це дата виготовлення? Термін придатності – 3 роки на віддати виробництва. Дезінфікуючий засіб хороший, можна його використовувати. Молодці! Тут продезінфіковано? Так. Я вже можу поставити? Можете. Це повідочок для чого? Це називається шлейка. Ви знімаєте свою собачку з вашого поводка. Так. Ми її цепляємо на свою шлейку. Не можу. Він в чужій шерсті. У вас є інший? Є, кольдановенький. Є? Є. Якщо для клієнтів це принципіально. Ну, для мене зараз це принципово. Тут ще трошки шерсті є. Це у нас шерсть є. Я хоча б бачу, що він новенький, але шерсть, ну, повсюди у вас. Я хочу її покупати. Стрижку зробити якусь гарнюньку. Щоб ось такі гарні хлопці залицялися до неї. Добре. Так, значить, ми її зараз будемо купати. Сушить. У вас здесь есть колтуны, то есть вы как хозяин собаку не дочесывали? Скажу вам по секрету, це не моя собачка. Це собачка нашої глядачки. Угу. І вона позичила, так, якщо можна сказати, свою Барбі. Вона вам довіряє, ну, опять же, собака в таких ковтунах – це плохо. Зараз ми допоможемо їй, і наші люди будуть знати, що ковтуночки не можуть залишатися. І, можливо, є борщ, тому що, от видите, є щось чорненьке. Да. Блохаста Барбі – це щось новеньке. Да, у нее, кстати, очень много блох. Ой, боже! Я что, блохасту собачку взяла? Це точно блохи. Це не пісочок. Я дуже боюся їх. Барбі, ти тільки не бійся. Я зараз буду тебе рятувати. Я сама боюся. Це блошка. Вбили її, Барбі. Бачиш, тебе на одну блошку менше стало. Ну що, ще не вмерла? Начебто все.
ми помоємо її противобашинним шампунем. Ага. І якщо у нас клієнти приходять з дуже великим кількістю блох, ми іноді навіть відказуємо їм в услуги. Чому? Ну, смотрите, у нас параллельно может быть несколько собак. Если сейчас блохи начнут прыгать по другим клиентам, ага, кому это понравится? Хіба що самим блохам. Давайте її помоїмо. Сейчас разберемся. Вас тільки шерсті, давайте познімаю трошки. Это нормальная рабочая обстановка. Ой, боже, вам треба цей такий валік, знаєте. Ну, ходіть, ходіть, я буду допомагати. Боже. Стоять. Ух тишка! Доброго дня! Як вас звати? Стіна. Ви майстер? Ні, я хазяйка. А, це ваша собачка? Да. Він агресивний? Він з людьми не от. Заєць, стой, стой, лапочку. І що, в таких умовах зараз ми будемо купати нашу Барбі? На других собак він не агресивен. Не вкусить? Ні. От ви почали мити, а я ще не побачила, в якій ванні, в яких умовах. В цьому стоку, де сходить водичка, о, тут вже є залишки шерсті. До цього милася тут, в цій ванні, інша собачка, ось ця біленька, Ліройчик, красунчик. От після вас точно треба буде ванну дезінфіцірувати. А чому ви так наїжджаєте на нас? Ну, у вас тут велика собака купалася, а ми ще винні. Ви не винні, ви прийшли з блошками. Я ж говорила, ми могли б вам і відказати. Це ще невідомо, що це блошки. А це хто купив? У нас тут блошині перегони. Ой, Барбі, ну ти даєш. Ну що, зробимо з тебе людину. Ой, красиву, гарну собачку. Подайте мені, будь ласка, шампунь. А який цей шампунь використовується? Производство Америка. А тут є десь переклад? Є. Тут переклад є, але я не бачу, де тут термін придатності. А ми його теж ніколи знайти не можемо. Чому? Ну, от так от у нас українські поставщики продають нам косметику. А як ви можете в них її купувати, якщо тут немає терміну придатності? Ну, ми, кстати, спрашивали, задавали цей питання офіційному, ну, представителю. І вони сказали, що якщо косметика храниться в темному поміщенні і не покривається хлоп'ями, то, в принципі, у неї не, ну, як, нету. Ви розумієте, що вас розводять? Новинка. Шампунь невмирущий. А як ви підбираєте шампунь для тваринок? От, наприклад, я блондинка. У мене таке пошкоджене сухе волосся. Ну, почти як мальтійська балонка. Дуже вам дякую. Почему? Я схожа на балонку? Балонок – самая тяжелая шерсть в уході. Вона біла, вона длинна, і вона потребує дуже багато уходу, щоб вона була така от... Льоша, я що, схожа на балонку? Я не хотіла вас обидіти. Дякую. Ну, вот точно как балонка. Я ж забулася, що я в Одесі. От звідки юморочок. Так. Як ви підбираєте шампунь? Це шампунь для якого типу волосся? Ну, шерсті. Це універсальний шампунь, він підходить більшості собак і кошек. А, ще й для... І ще я лошадей цим шампунем мою. Ви що, тут запрошуєте помити коня? Ні, здесь нет, я їжджу к лошадкам на конюшні. Ну, обычно я просто лошадей не мою, їх ще і крашу, і стригу. Що ви робите? Крашу і стригу. Фарбуєте? Так. На Дерибасовской видели радужную лошадь? Ну, це ж фарба, вона хімічна. Я использую краску, которая разрешена для окрашивания животных. А коли ви домиєте мою Барбі, ви покажете, що це за фарба? Так, звісно. А Барбі вже сяє як золоце. Чекайте, рушничок, звідки ви його взяли? Ось тут у вас зберігаються рушнички для тваринок, так? Да. Як попало? Ну да, спішив. Не розложив. І ще є тут плями. А де ви їх перете? Не вдома, дві стиралки. Оце так відданість справі. А що це у вас тут за баночки стоять? Їх дуже там багато. Шампуні різні стоять. Ой,
Упс. А це ж, о, це дуже відома фірма. Це кондиціонер для людей, для волосся людського. Так. Да. А на що він тут стоїть? Некоторим собакам не підходить кондиціонер для собак, тому приходиться нам використовувати кондиціонер для людей. А чому ви не нанесли засіб проти блох? Тому що ми, ну, на самом деле, ми не можемо использовать противобурши. Ми ж знайшли блох із вами. Да, я знаю, но чтобы использовать противобуршины и все средства, под это нужна лицензия. Оце поворот. А до цього ви сказали, що ви помиєте протиблошинним засобом. Ну, по-моєму, її протиблошинним шампунем. Ага. Хорошо, так, пошліть собаку купати, тому що я... Ой, купати, сушити. Ой, все? Чого ви так зриваєтеся? Тому що собака мерзнете. Зараз ви будете говорити, що я така плоха, я морожу собаку. Я нічого такого не сказала. Ну, я тільки ставлю вам запитання. До цього ви сказали, що ви помиєте протиблошинним засобом. А зараз ви кажете, що на це ви повинні мати ліцензію. Дай мені, будь ласка, фен. Професійний ігнор. А у вас є якісь документи? Так, я сушу собаку. Собака мерзне, то я... А медкнижка у вас є? Ні. Нема? А як ви можете працювати, якщо у вас немає медичної книжки? Я вовремя роблю для себе флюорограму, і я вважаю, що цього недостатньо. Знов одеський гумор. Зараз Барбі роблять сушку. Сушка, і одразу паралельно йде і укладка. А тут можна присісти? Скажіть, якщо не боїтеся запачкати свій костюмчик об шерсть. А я зараз перевірю. Так. Залишки шерсті є. Сідати одразу перехотілося. А тут у вас інструменти. Да. А де у вас чистик? Я обробляю це з растворами, буду використовувати для вашої собаки. А тут, якщо ви будете обробляти, тут що, не чисті у вас? Вони чисті. Ви сказали, що вони чисті. Добре, хочу подивитися. Вони в шерсті в будь-якому випадку будуть. Даже... Так, я вже це бачу. Шерсть повсюди тут. Да. А чому ви не накриваєте? Чому у вас немає спеціального контейнеру? Ну, такий у нас порядок неправильний. Будемо справлятися. Давно пора. Я хочу подивитися, що у вас тут зберігається. На цих поличках є ножиці, є розчіска і ось такі ми вже бачили насадки для машинок. Ще тут повно інструментів, які зберігаються всі разом. І тут також є шерсть. Акуратно з інструментом. Поставте раз. Тут поставити можна? Да. А це чисті інструменти? Це інструменти. Логічно. А ви на цьому столику будете дезінфікувати інструменти? Ну, ви самі бачите. Не питайте мене, якщо бачите самі. Але тут залишки шерсті є, бачите? І ви на цьому столику дезінфікуєте ножиці. Красномовна відповідь. Цей рушничок ви берете і потім витираєте вже оброблені, продезінфіковані інструменти. Бачите, тут є залишки шерсті. Це не дезінфекція. Це шерстеризація. Вам все одно? Ясно. Повернемось до нашої Барбі. Пам'ятаєте, ви обіцяли показати мені фарбу, якою ви фарбували коня? Да, обіцяла. Я использую краску, которая разрешена для окрашивания животных. Вы покажете, что это за фарба? Да, конечно. Так, что это вы принесли? Это краски для животных, которые я использую. А термин придатности можно побачити? Не знаю. Ніколи не цікавилась. О, до 9 місяця 2017 року. У фарби закінчився термін придатності. Її вже не можна використовувати. Не вопрос. Це уйде в утиль. Далі дивимось. Те саме. Термін придатності вже закінчився. Також в утиль. Ірино, ми закінчили з Барбі. Думаю, що так. Да, на сьогоднішній день для неї це буде вже достатньо. Хозяевам нужно обязательно передать, чтобы они обработали собаку через 3 дня каплями от блох.
О, ви мені надаєте рекомендацію. Анна, давайте, що треба зробити? Обработати капельками отбох або обратитися к ветеринарам, тоді вони дадуть спеціальну таблетку отбох і клещей. Ірина, де можна побачити прайс? Прайс у нас є в уголке для покупати. Так, де тут прайс? Поміранський шпіц. Це такий, як в мене, Барбі. Від 450 до 500 гривень. А скільки коштує пофарбувати тварину? Коня. Коня? Коня. Ой, коня там до 2000 гривень. Вау! Ну там дуже багато краски, там до 2 літрів входить краски. О, дуже там багато. Много, да. Добре, ну що, повернемося до Барбі. Хто там так гавкав? Хто там так гавкав? Скільки з мене? З нас? 450 гривень. 450. Ірочка, я б хотіла зробити свої висновки. І я запрошую вас на відверту розмову. Сьогодні я і Барбі побувала в незвичному місці – в салоні краси «Грумінг Джаз» в місті Одеса. Я побачила найголовніше – вашу любов до тварин і як вони люблять вас. Над чистотою вам ще працювати і працювати. Я думаю, що це ви знаєте і самі. Я сподіваюся, що у майбутньому ви більше звернете увагу на безпеку чотирилапих. Слідкуйте за термінами придатності і правильно дезінфікуйте інструменти. На жаль, я не можу рекомендувати грумінг салон краси Джаз в місті Одеса. До побачення. Будемо чекати вас знову. Дякую, до побачення. До побачення. Не пропустіть найжорстокіша ревізія сезону. От он аквапарк. Миква. Оля! Да перестаньте, ну тут же дети, ну что вы вытворяете? Ну вы нормальные? Бери руку. Позорище! Ревизор в Одессе. Это ресторан морской кухни «Димари». Прямо в морпорту. Розташований в людному місці буквально в 10 метрах від моря. Гостей тут завжди багато, хоча відгуки різні. Таких ресторанов із таким розположенням в Одесі більше нет. Ресторан порадует вибором свіжої морської риби, дружелюбним обслуживанням і красивими видами. Ціни вище середнього. Неплохой ресторан в самом центре морского вокзала. Еда преимущественно морская. Вечером лучше бронировать столик. Недешево. И обслуживание на четверочку. С каждым посещением становится хуже. Почему ваши официанты, работая с таким лицом, вроде мы пришли к ним домой без приглашения? В таком элитном заведении просто позор. Идем с проверкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Зустречають з посмішкою. Я Николай Тищенко, это команда «Ревизор». Мы к вам с проверкой. Отлично. У вас, говорят, самый лучший ресторан рыбный в Одессе. Самый лучший ресторан. Это правда? Это правда. Ну что, тогда мы посмотрим. Первое, что бросается в глаза, основной процесс горячий находится в центре. С него и начнем. До нас гости. Вы кто? Старший СМИ. Как зовут вас? Сергей. Сережа, где ваша шапочка? В данный момент сняли, у нас как бы уборка идет. Уборка идет? Натякаете, что мы не вчасно? Как часто вы убираете кухню? Каждый день, генералка, каждый понедельник. Тобто сьогодні. То мы на генеральное прибирание натрапили? Ну что, давайте посмотрим, что у вас на горячем процессе. Плита, конечно, видавшая виды. Видно, что на ней много жарят, шкварят, парят. Сегодня убирали, просто заказы, жир. Решетку когда вы последний раз мыли? Смотрите, ночью, да. Ну, согласен, это... Надо лучше. Лучше это делать. Мы чистим, ну, это обязательно. Потому что у нас сейчас сезонная работа, и очень много, ну, моментов таких.
і ми стараємося. Але, на жаль, поки ваших старань не видно. Витяжний зонт чистий? Сьогодні мив. Ану, перевірте. Ану, покажіть перчатку. Є сьогоднішня копоть. Є. А я покажу не сьогоднішню. І не копоть, а смолу. Ми об этом розмовляли. Надо руководству сообщить, і пусть уже приїжджає спеціальна служба. Ми вже цим займемося. Майже вчасно, бо скоро ці грудки смоли опиняться в їжі. Покажіть мені чисті сковородки. Сковородка грязна. Хоча видно, що її мили, оскільки там всередині вода. Это спешка. Нужно перемыть. Идемте дальше. Сереж, что с маслом? Хорошее? Сегодня мы заливали, можно проверять. Журнал замены масла есть? Замена масла идет каждые два дня. Журнал дайте мне тогда посмотрю. Нет, мы не ведем журнал, ну, честно. А как вы тогда можете знать, что два дни меняется олея? Ну, потому что у меня график 6-1. За фритюром і за видачею, ну, я смотрю за ним. То ви на власний розсуд і свіжість олії визначаєте? Перевіримо. Поки зелений. Но показатели ростуть. Масло хороше, работать можна. Молодцы. Но, прошу, заведите журнал замены для удобства в работе. Давайте хостер посмотрим. А чего это за тряпка? Это салфетка. Та неї не те, що витирати. Її в руки брати гидко. А если она загорится? Чи правил пожежної безпеки в Дімарі не дотримуються? Ви хостер открыли. Смотрите, вон щели. Вспышка, жир капнул и может загореться. Это мы здесь не место. Мусор. Подивимось на хоспер. Хоспер рабочий. Видно, что на нем много, очень много работают. Потому что есть вот здесь вот остатки сажи, угля, жир. Как часто моете хоспер? Раз в неделю. А не замало, бо дуже зашкварений. Вот он должен быть вот такой. Блискучий и чистый. Когда новый. Да. Но когда рабочий, он должен быть чуть в копоти. А у вас-то все иначе. Сильно в копоти. Всей стране говорить. Я старшей смены ресторана Димары обещаю, что я все исправлю, все будет хорошо. Вся страна аплодирует. Молодец. Мы идем дальше. А это кто? Руку в потолка просунул. Это друг наш. Оберег. Кто? Оберег? Да. С мухой? Муха, наверное, хотела подружиться с ним. Муха оберег. Це вам знак, що треба прибирати. А хто це придумав? Це ми прикалувалися. І від жартів до роботи. Йдемо парик посмотримо. Параконектомат, коли останній раз протирали? Але ж ви старший по кухні. Тут грязно чи чисто? Провірте. Рукою проведіть. І на камеру. А що всередині? Відкривайте. Посмотрите. Грязно. Срочно вымыть. Он же у вас самоочищающий. Система стоит, которая очищает его. Ну, так что проблема? Каждый день раз включили, вымыли, утром пришли работать и ночи. Идем дальше. Что за варенички стоят здесь? Это штатовские. Штатовские? Уже без мяса? Одно тесто? Скудненько у Дімари персонал годують. Тогда, может быть, куда-то в другое место, штат? Не, у нас уже обед закончен. Это вот можно вот так сделать. Ой-ой-ой. Тобто штат сьогодні вже не їстиме? Ні, у нас штати кушають до 6 і все. Круто, в Дімари штати після 6 не їдять. На дієті. Що це за продукти от лежать тут? Это ми готуємося к вечеру, розмораживаємо. Стікера є? Нет. Не маркуєте? Ну, сьогодні на 100% уйде. Смотрите, дорада в вакуумі, но стікера нет.
На ребрышках тоже нет стикера. На каре ягненка тоже нет стикера. Хотя вакууматор у вас, я смотрю, есть, да? Вот есть стикер на стейках, но он пустой. Ни даты, ни названия продуктов, ничего нет. Почему? Мы не ставим даты, потому что у нас... Вот ми достали сьогодні, ми сьогодні це все передадим, все. І знаєте про це лише ви. Я прошу, щоб на кожному продукті був стикер, на якому указана дата вакуумної упаковки і дата, коли ви цей продукт повинні використовувати. Обов'язково. В холодильнике що? Це морозильна камера, все для гарячого. Посмотрим. До нас гості? К нам шеф пожаловал. Съездил на закупки. Лично. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Николай зовут. Дмитрий. Дим, скажите, вы шеф вот этой кухни. Ресторан у вас популярный, известный в Одессе. Туристы часто приезжают. Вот мы решили проверить, все ли у вас так, как говорят... Народе. В народе. Ну, если быть честно, да, грубо говоря. Да, есть нарушения, не всегда есть стикеры, все как бы согласен. Нет, их вообще нет? Нет, ну, как бы они есть, но не всегда. А где? Покажите хоть один, найдите. Нет, здесь нет. Согласен. А где есть? Давайте в морозилке посмотрим. Может, тут есть стикеры? Смотрите. Морепродукты, рыба хранится вместе с колбасой. Не запакованную. Товар на сейчас, согласен. Его тут нет, это понятно. Смотрите, горошек. Ни одного стикера. Контейнер не накрыт. И любимые французские рапанчики. Стикера нет. Что-то красное на них. Щось потекло. Выглядит, как вишневый компот. Вишневый компот, да. Только у меня здесь не хранится. А что с чистотою? Полки. Полки грязные. Идем дальше. Свежая рыбка есть? Посмотрим. Так. Так, это у нас корюшка, барабуля. Стикеры есть? Да ну ладно, Дим. Ну, потому что мы, у нас очень большой поток, то есть это вот дневной запас. Он свежий, вы его привезли, почистили, грубо говоря, завакуумировали. И стикер поставьте. А это... Мидии когда сделаны? Вакуум нарушен в мидиях. Сколько они лежат в открытом виде, никому не понятно. Ни вам, ни мне. Потому что нет стикера. В гастроемкости есть матрасик. Хорошо, что он есть. Значит, ну понимаете процессы? Давно в профессии, да? Сколько уже лет? 15. Две премии соль мои. Але чомусь ви елементарних правил не дотримуєтесь. Ну що, Дім, ми з вами ще увидимося на дегустації, хорошо? А я поки йду смотреть зал. Ну що, тепер зробимо заказ. Сядемо на терасі. Отличне місце. Шикарний вид на порт. Ах, дишиться превосходно. Буду ждать официанта. Есть вот специальная кнопка для вызова. Мы сейчас ее проверим. Кнопка чистая. Работает? Щеяк. Здравствуйте. Иван, вы такой вот классный, вот настоящий официант. Спасибо. Вот вам хочется верить. Спасибо. Как давно работаете в профессии? Лет 10. А вы хорошо меню знаете? Ну, я думаю, что да. Я каждый день его читаю. Вот сейчас мы и проверим. Сколько стоит сифуд Димаре? Наше коронное блюдо, оно стоит 2800, если не ошибаюсь. Выход какой? Может быть, килограмм где-то. Знаете, 2,5 килограмма. 2,5. Что входит? В сифуд Димаре входит устрицы, креветки. Вот. Добавляется паста из тунца. Добавляется сашими из лосося. Добавляются рапанчики. Хорошо. Ну что, состав блюда Seafood Димаре вы знаете. Может, желаете уже покушать? Не так швидко. Нет, я желаю узнать, какой выход в рыбном сете. Килограмм.
Можете цену помните? Если не ошибаюсь, 760 гривен. 562, мы слышали. 775. 775, да. Ну что, ладно, меню вы знаете. Ну, не как рыба в воде. Не как рыба в воде, да. Что бы посоветовали? Вы более филейную рыбку любите или... Филейную, чтобы я попробовал, да, как... Филейная – это корюшка, она более филейная рыбка, конечно, это очень вкусно. Как... Я закажу корюшку. Может, вам какой-то напиток надо принести? Есть ли лимонады, собственно, при Италии? Какие? Есть классический лимонный, есть имбирный, лимонад. Все. Я понял вас. Давайте я расскажу вам цены в Димар в Одессе. Салат с крабом – 365 гривен. Суп из морепродуктов – 225 гривен. Рапаны в сливочном соусе – 300 гривен. Микс морепродуктов в Хоспере за 100 граммов. Гребешок – 360 гривен. И осьминог – 450 гривен. Мы с вами на летней террасе. Она очень уютная, просторная, шикарный вид на Черное море и очень легко дышится. Давайте сразу же проверим стул, на котором я сидел. Пятен нет. Плед чистый. Подушка не пыльная. Ни на одной из сторон нет повреждений и пятен тоже нет. Посмотрим с этой стороны. Сет не испорчен, пятен нет. Повреждений тоже. Давайте проверим еще вот эту красивую лампу. Пыли нет, а мы на летней террасе. Молодцы. Приятный сюрприз. Идемте дальше, у меня еще есть перчатки. Покажу вам зал. Светлый, в таких пастельных тонах. Да ладно? Да-да. Ревизор. Давно Тищенко себя по телевизору не бачил. Ревизор во Львове. Шутка. Ревизор в Одессе. Мы проверяем ресторан Димаре в Морпорту. Телевизор проверю. Телевизор чистый. Анечка, выбери любой диван. Давай найближчий до моря. Здравствуйте, как вас зовут? Екатерина. А ну идите ко мне. Катя, как вы думаете, диван чистый? Ну, мы надеемся на это. Мы убираем, следим за этим. Часто убираете? Да, каждое утро. Да? Здесь немного пыли. Видите? Сожалению. Я купа паутинья. Паутина есть! Катя. Исправимся. Обещаете? Обещаем. Так, еще давайте что-то посмотрим. Как давно проверяли барную стойку на чистоту? Пару дней назад. Пыльно. Как говорят в Одессе, нужно чаще замывать. Ну, мы идем дальше. Так, два кресла. Як тут с чистотою? Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите. Я даже перчатки проверять не буду. Просто загляните в подушку. Крошки, мусор, остатки семечек, кунжута. Это не кресло, а бабушкина кладовка. К сожалению, в зале грязно. Идем мыть руки. Ой, какой махонький туалет. Всего лишь на две кабинки. Кабинки унисекс, потому что обозначений на них нет. Сиденье унитаза. Чистое. Под ним есть желтые пятна. Ну, вы понимаете, какие, да? Плохо закреплено сиденье. Внутри унитаз чистый. Есть два ароматизатора. Вот это хорошо. Слив работает отлично. Ведро. Педаль работает. Ой, фу, какой ржавый ёж. Еще на нем остались следы фекалий. Держатель туалетной бумаги чистый. Туалетная бумага белая, есть. О, посмотрите, сколько на подоконнике пыли. Сиф, срочно вымыть. И на раме тоже есть пыль. Шансов нет, я не отклею. Ну что, моем руки. Так, умывальник чистый, кран хорошо отполирован. В стоке есть налет. Мыльная пенка есть.
но сам дозатор закреплен плохо. Горячая вода есть. Есть бумажные полотенца. Их достаточно. Ну и последний штришок. Зеркало. А вы знаете, отполировано хорошо. А вот пыль на нем есть. Хлопья пыли. Похоже, зеркало сверху уже давно никто не протирал. В туалете ресторана Димаре убирают плохо. Руки вымыл, идем к столу. Ну что, позовите, пожалуйста, шефа. Лимонад уже принесли. Так, пожалуйста. Ребят, смотрите, на будущее. Никогда не ставьте блюдо без гостя. Потому что мы все-таки на террасе. Вы ставите открытый стакан, кто-то может плюнуть, бросить, даже просто вам насолить, чтобы ваш гость обиделся на ресторан. Хорошо, спасибо. Спешить не надо никогда. А вот и шеф. Как настроение, Дмитрий? А всегда хорошо. Ну что, начинаем? Смотрите, если рыба не свежая, она начинает вонять рыбьим жиром. Потому что рыбий жир окисляет. Да. Что мы чувствуем? Я неприятного запаха не слышу. Ну и самое главное, она хорошо распотрошена. Не осталось никаких кишок. Хорошо филе отстает от хребта. Белоснежное мясо. Подтверждаю, это правда. Знаете, какая самая большая ошибка, когда мы жарим корюшку, она может быть сухой? Когда ее повар пережарит. А повар это вы? Да, но она же не пережарим. Ну, не факт. Сейчас мы попробуем. Рыба не пересолена, не пережарена, она сочная. Муки достаточно, у нее приятный такой вот морской вкус. Согласитесь, очень специфическая рыба под своего клиента. Да, под своего клиента. Лимон с косточками? Без. Лимон с косточками? Нет, именно сок вы получите без. Правильно, потому что лимон закрыт специальную сетку. Ну что, Дмитрий, блюдо мне понравилось. И я доволен, что вы думаете о презентации. Это важно. Спасибо вам большое, Дима, за помощь. Але це ще не все. Мне нужна администратор. Я вас слушаю. Как вас зовут? Ольга. Очень приятно. У нас есть еще одно незаконченное дело. Какое? В вашем ресторане есть наш тайный покупатель. Гость. Правильно, гость. Как вы думаете, у вас в ресторане обвешивают? Думаю, нет. Сейчас и проверим. Знакомьтесь, это мой тайный покупатель. Расскажи, пожалуйста, как тебя обслуживали? У мене єдине таке основне зауваження. Мене обслуговували дуже довго, приблизно 50 хвилин. Здравствуйте, можна мені, пожалуйста, барбулю? Конечно. Спасибо. Простите, ради бога. Нет. Так а в чем трудность приготовить рыбу, элементарную рыбу? Пока кухня, еще там идут съемки, пока мы не можем. Так они уже вышли. Не все это вот. Не с ним. Поэтому... Ну, очень жаль, на самом деле. Це рибка, яка готується 3 хвилини. Ну, окей. Чому наш таємний покупець Олена чекала аж 50? Шеф общался с вами, поэтому... Ну, готує не шеф, готує Сергій, який помічник, старший зміни. Під контролем на видачі шефа. Сергій самостійно навіть рибку не смажить? Він без шефа не готує? Ні, звісно, готують, но все, весь акцент внимания був переключен, і поэтому... Мені неприємно, коли вся увага на ревізорі, а ваші звичайні гості сидять недолюблені. Як не вийшло з нашим таємним покупцем? Согласна з вами. Пробач, Оленка. Скажи,
А как ты думаешь, не обвесили тебя? Ну, я чему-то сподеваюсь на краще и думаю, еще нет. А ну, дайте, пожалуйста, весы. И меню, пожалуйста, тоже дайте. Барабульку. Взвешивай. Скорее всего, да. Вы не волнуйтесь. Ну, конечно, я волнуюсь. Как вы думаете? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я сам волнуюсь. Взвешивали? Ребята по весу работают. Давайте проверим. Оттариваем. Оля, посмотрите, какой там выход? Барабулька, 230 грамм. Поехали. 123. Но это только половина. Сто семьдесят. Двести сорок граммов. Это значит, что в Димаре не обвешивают. Любим мы нашего веса. Леночка, большое спасибо. Мы твой счет оплатим. Спасибо. Итак, счет моего тайного покупателя 400 гривен. Мой счет за имбирный лимонад и корюшку жареную – 265 гривен. Спасибо. Ну что, ресторан «Димаре» «Мор Порту» ревизию пережил. И мой вердикт через секунду. Мы проверили ресторан «Димаре» в Одессе. Это наши ревизорские весы. Белый шар – ваши плюсы, черный – минусы. Итак, обслуживание. Вы не обвешиваете. Мой официант Иван меню знает неплохо. Но нашего тайного покупателя обслуживали непозволительно долго. Даже во время проверки вы не можете игнорировать своих гостей. Жаль. Но за обслуживание – черный шар. Цены. Мой счет за лимонад и корешку – 265 гривен. Для Одессы в разгар сезона – неплохо. Белый шар. Кухня. Маленькая. Все оборудование в грязи и жиру. В холодильнике и морозилке маркировка отсутствует. На кухне полный беспорядок. Для ресторана вашего уровня недопустимо. Черный шар. Дегустация. Я пробовал уникальную рыбу корюшка. Нет, я не могу дать вам черный шар. Еда у вас вкусная, поэтому белый. Зал. У вас светло и просторно. У вас уникальный вид на море. Но над чистотой и в зале, и в туалете еще надо поработать. Знаете, в каждом ресторане главный человек не ресторатор, а повар, администратор, официант. Мне понравился ваш коллектив, и вы профессионалы. Этот последний шар, белый или черный, я отдам вам на страстях. Приезжайте и узнаете. И будет это одразу по закінченню программы. Я вам искренне желаю увести нашу табличку с собой. А пока, до свидания. Ревизор в Одессе – это пляж Ланжерон. Мы идем в дизайнерский отель М1. С проверкой. M1 Club Hotel – п'ятизірковий лакшері-готель. Один з найдорожчих в Одесі. Розташований у парковій зоні на березі Чорного моря поряд з пляжем Ланжерон.
Отличный дизайн-отель на самом берегу моря. Все рассветы и закаты у ваших ног. Отличный приветливый персонал. В номере абсолютная чистота. Понравилось абсолютно все. Современный дизайн, квалифицированный персонал. Устрицы с просека на завтрак. Такой привилегии не встречала ни в одном из отелей мира. Соответствует 5 звездам по всем категориям. Ценник, как в Каннах. И просто біля входу тут зустрічають. Добрий день. Проведи нас, пожалуйста. Как вас зовут? Дмитрий. Я швейцар. Если у вас есть вещи, у нас есть электрокар. Угу. Мы встречаем гостей, помогаем с вещами. Гостей много в отеле? Больше половины. А скільки номерів знаєте? 68. Можемо поселитися, я думаю, так? Згодом дізнаємось. Здравствуйте. Я Николай Тищенко, это программа «Ревизор». Мы к вам с проверки. Мы рады. От и чудово. Добро пожаловать. Давайте знакомиться. Давайте. Анна. Аня, ну рассказывайте, что у вас за отель? Гостиница позиционирует себя как дизайн отеля. Наша история заключается в том, что первый морской гидроплан назывался М1. Поэтому и гостиница называется М1. Чи є у М1 зірки? Так, є зірки, вони у нас представлені тут 5 зірок. І сертифікат дійсний до квітня 2019 року. Розкажіть, будь ласка, про послуги, які входять у вартість номеру. У вартість проживання у нас входять сніданки, місце на нашій стоянці зверху і користування басейном, також дитяча кімната у нас є і спортзал, який знаходиться на першому поверсі. How many people now live in hotel? Unfortunately, it's private information. I cannot see you this. Okay, how many free rooms do you have at the moment? At the moment, we have 7 rooms. Can we book one? Okay. For how many days do you want? І жодних перешкод ревізії. Окей, можете розказати про вартість номерів тепер? Так, звичайно. Є прескурант? Так. Будь ласка. Ну що, смотрите, самый дешевый номер на одного гостя 5400 гривен, а самый дорогой номер... Это президентский люкс, executive suite. Президентский люкс 21 700 гривен. Скажите, а він зараз зайнятий? Так, на даний момент він зайнятий. Скажіть, яким? Це теж приватна інформація, ми не маємо права її розголошувати. Приватність гостей М1 понад усе. А у вас один президентський номер? Так, у нас один президентський, один панорамний. А вот этот панорамний, он занят? Так. Тоже занят, да? Ех, не судилося. Які можете запропонувати нам для знімання і перевірки? Можу вам запропонувати стандартний номер з видом на море. Можете нам його показати? Звичайно. Я вам покажу на старому. Ідемте. Який у нас номер? 205. У нас у кожному номері різний дизайн. Одинаковий стиль – це лофт і стімінг-панк, але меблі та обої, вони різні. Скільки метрів він? До 25 квадратних метрів з балкона. Давайте посмотрим вид на море. Як він тобі? Вид потрясающий, просто великолепно. Красивий номер, но... Анна, ми зняли другой. Наш таємний покупець вже був в готелі, оплатив проживання. От наші ключі. І ми йдемо на ревізію в інакший стандарт. Добре, але він буде з видом на парк. На жаль. Обломчик. А ви нас проводите? Так, звичайно. Ходімо. Все, посмотрели на море і хватить. Тепер будемо смотреть на парк. Нам як завжди щастить. Нагадаємо, ми йдемо перевіряти. Заздалегідь заброньований 2-місний стандарт. Четвертий етаж, дорогі телезрителі. Ліфт давно протирали? У нас горнична кожен день протирає, віддільно ще приїжджає служба, яка це все чистить. Сьогодні протирали? Да. Є багато пилу. От тобі і перший прокол. Скільки у вас покоївок? Це залежить від сезону. Зараз біля 30. 30 покоївок на 70 номерів? Так. Круто. Де наш номер? А ваш номер 412, він знаходиться. О, працює. Заходимо. Добро пожаловать. Яка категорія цього номера і скільки він коштує? Цей номер найбільший в нашому готелі. Він йде до 21 квадратного метра.
Це стандарт з видом на парк. Двохмісне розміщення 6900 гривень. І це наразі найдешевше розміщення у вашому готелі, так? Нічого дивного, тому що від, звісно, з моєго номера. А де парк, пробачте? Я бачу будівництво. І цей краєвид зовсім на 7 тисяч не тягне. У нас зверху знаходиться парк Шевченка, от, пожалуйста. К сожалению, территория, которая возле гостиницы, нам не принадлежит. Вы должны предупреждать, что это номер с видом на стройку. Бо ви ж п'ятизірковий готель. Так. И вы нас об этом не предупредили. Скажіть, будь ласка, у вас є консьерж-сервіс? Так, звичайно. А яку послугу ми могли би замовити? Ми можемо заказати таксі, можемо забронювати вам квитки, забронювати столик в ресторані. Взагалі, ми стараємося виконувати всі побажання наших гостей. Слушайте, у мене возникла класна ідея. Нам же нужно запечатлеть эту жизненную ситуацию, когда мы приехали в дизайн-отель М1. И что ты хочешь? Фотосессию. Я о ней всегда мечтал. У вас есть такая возможность? Так, звичайно. Сколько это будет стоить? Я уточню, и вам могу перезвонить в номер и об этом сказать. Спасибо большое. Ну что, залишаемся на ревизию? Удачи. И вам також. А я вам напоминаю, что ревизии без персонала мы больше не делаем, поэтому давайте позовем горничную. Анечка, наберешь? Так. О, звонят. Алло? Аню, це ви, так? Так, ви питали про фотосесію. Фотосесія буде коштувати 1 година 2600 гривень. І коли ви це можете нам організувати? Можемо організувати через годину. Дякую, Анно, замовляйте. І ще, ми можемо попросити надіслати нам покоївку, яка готувала цей номер до заселення? Кажуть, що зараз підійде. Дякую, ми чекаємо на неї. Хорошого дня. І вам хорошого дня. Оперативненько. Не те слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. А как вас зовут, девочки? Алена, Света. Скажите, вы убирали этот номер? Да. Удвох? Да, мы всегда вдвоем убираем. Значит, удвох вам и віддуватись. Давайте вот по номеру пройдемся. Зеркало проверяли? Нет. Упс. Есть немного пыли? Дівчата, скажіть, скільки часу на прибирання номеру вам дають? Час. Не густо. Ви решетку протирали? Кондиціонером? Ні. Сьогодні? Ні. І тут? Ні. Так, а ну одіть, пожалуйста, перчатку. Йдіть сюди. Становіться. Ой-ой. До акробатичних трюків покоївки не звикли. Провіряйте. Ну що? Пиль є? Немножко. Пилюка або є, або її немає. Тут є. Так, понятно. Альпінізмом дівчата точно не займаються. Йдемо далі. Перевіряємо. Смотрите. На зголов'ї. Чисто. Пилі нет. Посмотрим кресло. Как часто убираете мебель? Проверяю кресло всегда, потому что там, как правило, может что-то где-то затеряться, остаться внутри. Давайте. Надевайте перчатку. Ви теж не стойте, надівайте. Тищенко всім роботу знайшов. Тепер перевіряйте з двох сторон. Ну що? Є немного пилі. А у вас що? Ну тут рукавичка біла. І я перевірю. Я думаю, у вас просто длиннее пальці. Я думаю, что вы просто невнимательно убирали. Будьте внимательны в следующий раз, хорошо? Да. Что, тюль у вас чистый? Чистый. Тюли. Ну, пятен нет. Зацепок тоже нет. Пахнет выстиранным. Давайте проверим солнцеизоляцию. Так, можно выключить свет? Чи можна в М1 в Одесі на морі сховатися від сонця рано вранці? Я думаю, можна. Та невже? Ну, в готелях 5 зірок на курортах мають бути 100% ефект затемнення. А тут він трохи підкачав. Ну, принаймні про те, що сонце вже зійшло, гості готелю знатимуть одразу. Рами протирали? Ні. Ні. Але чому? Хоть вы честно ответили, потому что они в пыли. Девочки, ну это не серьезно. Проверим ліжко.
Декоративные подушки. Пятен нет, дырок нет. Чистая. Это что за тряпочка? Кроватка. Часто его парят? Ну, довольно-таки часто. Допустим, если вы здесь какое-то пятно положите, сегодня, завтра, будем каждый день менять. Каждый день будете менять? Конечно. А если с обратной стороны найдем пятно? Давайте посмотрим. Потому что с этой стороны, которую мы смотрели, я не нашел пятна. Так, здесь пятен тоже никто не поставил. Вже добре. Пододеяльник чистый. С обратной стороны тоже чисто. Есть 4 подушки. Это хорошо. Наволочка чистая, держите. Хорошая работа. Подушки гипоаллергенные. Пятен нет. Правда, немножко вот есть катышки. Стираются очень часто, потому что... Простыня. Давайте посмотрим. Простыня чистая. Молодцы. На матрасник. Смотрите, девочки. Ой. Порвали? Добре, що це був не Тищенко. Это застиранные нитки, поэтому рвутся резинки. Но на матрасник чистый. О, а это что за молния такая? Это у нас делится на два места. Если, допустим, живут два мужчины в номере, мы их разделяем. А если они не хотят? Они когда бронируют номер, они уже сразу... Предупреждают, мы ставим твины. Очень хорошая идея. Редкая для отеля идея. Матрас чистый. Пятен нет. А какие знахідки под ліжками? Пол чистый здесь под кроватью? Чистый. Точно? Да. А ну дайте одну перчаточку, пожалуйста. Надевайте, надевайте. Присаживайтесь. Проверяйте. Чисто. Чисто! Под кроватью чисто! Молодец. Мама сейчас будет вами гордиться. Возможно. Ну что, девочки, спасибо вам большое. Хорошего вам проживания. Надеюсь, все будет целое. Прекрасный акцент. Дякуємо. Всего хорошо. Ну что, горничных мы отправили, а теперь проверим шкаф. Так, еще есть одна дополнительная подушка. То есть получается пятая для принцессы на горошине? Ну вы даете, М1. Так лакшериш. Ни одна принцесса даже на горошине спать на таких катышках не будет. Так, есть вентилятор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять та десять. Как мило. Мы как раз о принцессе говорим. А это такие прекрасные трепелечки, мягенькие. Ну, такие девичьи-девичьи. Для их платьиц. Все передбачено. Так, давайте проверим чистоту полки. Даже тут чисто, за уборку за счет и от меня, и от Сир. Так, что еще у нас есть? Две пары тапочек, потому что номер на двоих. Тапочки плотные, и на них нанесен логотип отеля. Отель-клуб М1. Ну что, а теперь санузел. Просторный санузел, довольно удобный. Начнем с душевой кабинки. По углам. В углах уже начинается грибок. Прикро. Смотрите, нет душа привычного, но есть вот такая конструкция буквой Г. И в ней форсунки налета нет. А пыль? Пыли тоже нет. Горячая вода есть. Так, давайте проверим туалет. Сиденье унитаза чистое. С обратной стороны пятен нет, ржавчины нет. Внутри нет грязи. И слив работает хорошо. Этот унитаз чистый, но и ему не помешает туалетный блок.
Дайте мне доместос. Смотрите, есть гигиенические пакеты, это очень удобно. В них можно класть мусор, а потом выбрасывать в ведро, чтобы не засорять унитаз. Кстати, а вот и ведро. Педаль работает, мусора нет, пакет есть. Молодцы. Ага, Йоркшир не проверил. Ой-ой-ой. Внутри ржавый. Чергова халепка. Тут такие неприятные мелочи портят все впечатление. Ну что, раковина? Красота, все расставили по полочкам. Два полотенечка для рук, два стаканчика. Все для двоих. А мені косметики на двох вистачить? В М1 предлагают шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела и крем для тела. Слушайте, ну очень интересная презентация. Подобное креативное решение мне очень нравится. И таких оригинальных наборы два. Умывальник выглядит чистым, а в переливе грязно. Чергова недбалість. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре полотенца на каждого. Отлично. Чик. О, большое полотенце, удобное, комфортное, мягкое. Можно даже обернуться. До нас гости. Ну, подожди. А что вы хотели? Заходите, пожалуйста. Вам, конфетки. Задобрить вас хотел. Хабар для Тищенка? А что это за конфетки? Ну, это рахманков. Скажи, будь ласка, а вы всем разносите такие? Чи тільки... Нет, всем. Это у нас каждый вечер нравится. Ну, червона попелюшка. Нам все так говорят. Вообще, собственно говоря, мы хотели спросить, все ли у вас хорошо и нужно ли что-то вам. Водичка, там, полотенце. Это есть весь смысл навязаться к вам в гости, конфетки, чтобы узнать, все ли у вас хорошо. Поки все добре, дякую. Все, дякую. Спасибо большое. Дякую, что зайшли. Горничная с лукошным? Очень прикольная. Ну что, номер посмотрели, и нас уже ждет фотограф. Идем на фотосессию. Здравствуйте, а вы случайно не фотограф? Здравствуйте, фотограф. Как вас зовут? Владимир. Очень приятно, Николай. Це ви приїхали фотографувати команду ревізора, чи ви просто фотограф? Я просто приїхав фотографувати клієнта, тепер вже розумію. А вас не попередили, кого ви будете фотографувати? Просто клієнта, я періодично працюю просто з цим мотелем, приїжджаю, фотографую. А скільки коштує година вашої роботи? 2600 гривень. Так, все вірно, нам назвали ту саму суму. Оскільки час іде, я пропоную починати. Починаємо? Да. Что дальше? Двигаемся дальше? Куда? Давайте, может быть, сделаем пару снимков сейчас вот возле бортика. Давайте. А тут світло достатньо? А море? А море? Ну, власне, море. Давайте, можна пару світлин на море і вертаємося назад. Вниз? Ага. А, хорошо. Предлагаю зробити кілька снімків возле пам'ятника. Двері в Одесу. Двері в Одесу. Цікава пропозиція. Нарешті я бачу море так близько, як мені цього хотілося. У отеля є свій вихід к морю. Це прогулочний пірс, на якому стоять лежаки. Фотографуватися ходимо вже. Двері в Одесу, це що значить? Двері в Одесу, коли встає сонце на рассвіті, а якщо знаходитися тут, можна побачити через ось цю відкриту дверку. Що? Сонце? Так, красиво. Тоді давайте фото в прыжке. А, давай, так. Час вийшов. Будемо платити. Одне питання. Коли ми можемо отримати світлини? Фотографії я даю в течение неділі. Ого, а що ви з ними робите цей тиждень? Я обробляю постпродакшн. І скільки буде світлин приміром? До 100 фотографій. Всі будуть цвітокорекції.
і ретуш крупних портретів. Отлично. Дякую ще раз за допомогу. Спасибо большое. Познайомимося. Счастливо. Счастливо. Ну что, номер проверили, фотосессию и заказали, и отработали. Время принимать решение. Мы проверили отель М1 в Одессе. Это наши ревизорские весы. Белый шар – ваши достоинства, черный – ваши проколы. Итак, место расположения. М1 находится на пляже Ланжерон. И от отеля до Черного моря рукой подать. Супер. Белый шар. Номер. Стильный и очень светлый. Грязи мы не нашли. Но вот пыли было достаточно в очевидных и неочевидных местах. Номер убран не идеально. Черный шар. Обслуживание. Администратор Анна приветливо встретила и рассказала все об отеле и ценах. Проводила в номер и даже заказала нам услугу фотографа, который, кстати, приехал вовремя и провел для нас с Аней фотосессию. Спасибо. Мне было очень рада. За обслуживание. Белый шар. Цены. Двухместный стандарт нам обошелся в 6900 гривен. Цены у вас кусаются. Черный шар. Особенность. М1 – это дизайнерский отель. У вас действительно красиво. И для ваших гостей это и ваш высокий сервис оправдывают такую цену. Белый шар. Не могу сказать, что проверка была безупречной, но ваши плюсы перевесили ваши минусы. Ревизор рекомендует отель М1 в Одессе. Аня, это ваша награда. Спасибо. Ну не плачь, не плачь. Все хорошо. Это наша! Знаете, то, что вы пришли, именно высокий сезон, очень взбодрило нашу команду. И правда, вы были нам просто необходимы. Я вам очень за это благодарна. Да, бодрить я умею. Мы знаем, мы благодарны вам за ваши рекомендации и за то, что вы нам указали наши ошибки. Поверьте, мы будем идти к идеалу, стремиться и делать свою работу все лучше и больше с каждым. Спасибо вам большое. А я, в свою очередь, хочу вам пожелать удачи. Так держать, делайте свою работу с любовью, ну и дарите украинцам и гостям нашей страны не только хороший вид, но и хороший сервис. Это у нас приоритет. До свидания. Вам удачи вам. Спасибо всем, что помогли, ребят. Не пропустіть найжорстокіша ревізія сезону. Вот он аквапарк. Ми к вам. Оля! Да перестаньте, ну тут же дети, ну что вы вытворяете? Ну вы нормальные? Бери руку. Позорище! Ревизор в Одесі – это мясной японский ресторан. Рока. Ресторан Рока – перший в Україні, де з'явився японський гриль Робата. Заклад дуже популярний, хоча й не в центрі міста. Благодарю за восхитительную атмосферу, кухню, обслуживание. Персонал лучше, чем в самых топах Объединенных Арабских Эмиратов. Внимательные официанты и очень уютная атмосфера. Из блюд особенно хотелось бы выделить фирменный стейк Рока.
слишком много пафоса. Не советую это заведение. Цены космос, а за что – непонятно. А що скаже команда ревізора? Добрий день! А ось і кухня Рокка. Здравствуйте, ребята. Я Николай Тищенко, это команда «Ревизор». Мы к вам с проверкой. А где шеф? У нас нет шефа. Кто следит за качеством и за тем, чтобы все хорошо работало? Старший я на кухне. Тогда как зовут вас? Илья. Илья, ну расскажите о кухне. Что здесь у вас, когда убираете, не убираете? Каждый вечер замываемся. А санавралы у нас происходят два раза в месяц. Санаврал. Санаврал. Мы называем. А почему аврал? То есть аврал! Мусор навалило на. Одесский такой. А, одесский такой сленг. Да. Отже, ви вчора прибрали? Нет, мы вчера замывались вечером. Ви щойно почали працювати. Скажіть, да. Багато було гостей? Еще нет, мы только открылись. Тобто зараз має бути все стерильно? Да. Самовпевнено. Скажите, пожалуйста, а Рабата – это вот эта печь? Да. Это же та крутая, которая единственная вы в стране, говорите, да? Не, в Одессе. Ну, не в Одессе. В Одессе, мне кажется, еще есть такая работа. Проверим чистоту. Проверим. Проверим вытяжку. Вы готовы увидеть то, что я нашел? Я готов. Вот. Такого еще не видел. Снежки лепить можно, смотрите. Таким и забыть можно. Это вы так убираете? Да. Так там полно такого мусора. А ну смотрите, давайте вот вы проверьте. Вот с той стороны. Вообще никто не мыл. С открытия. Вот это и есть аврал. Вытяжной зонт нет смысла, потому что, вот обратите внимание, он грязный до такой степени, что у меня даже нет здоровых эпитетов. Это просто... Так, ну поехали дальше. Рабочая поверхность должна быть чистая? Конечно. Есть и много пыли. Воки мыли? Вечора еще не забыли. Да ну ладно. Так, чекайте, Іля, ви ж казали, що вчора ввечері все приготували до нового дня. Трохи прибрехали. Ой-ой-ой-ой-ой. А що здесь? Яичная скорлупки. Ракушки. Остатки фольги. Так должно быть? Нет. Знаєш, що я згадую? Коли на пікнік люди ходять на шашлики, вони потім добре, якщо збирають мотлух, але вони його потім кидають в вогонь. Так, да, да, так і є, тому що тут навіть є вот пластикова кришечка. Але ми не на пікніку. Которая не догоріла. Чому? Це смітник чи робата, яка коштує від 60 тисяч гривень? Лакшері-звалище. Має бути вашою гордістю. Ой-ой-ой-ой, я такую рабату грязную давно уже не видел. Вся в еде, в саже. Кунжутные семечки. Вы не убираете ее вообще? Да. Я ожидал увидеть ее практически в идеальном состоянии. Давайте сразу поверхность рабочую проверим. На этой зоне что делать? Шипару. Суши. Чисто. Мне кажется, не совсем удачно процесс суши придуман. Це неправильно, бо суші мають готуватися в окремому приміщенні. Там, де прохолодніше, набагато прохолодніше, а біля відкритого вогню прохолодно не буде. І риба швидше пропадає. Ілля, скажіть, будь ласка, це вся кухня, яка у вас є? Чи у вас є ще якісь процеси? Є ще процеси заготовочні. Покажете. Так, ну что, горячий процесс здесь у вас, да? Давайте начнем с вытяжки. Да ты что? Шеф, ну посмотрите, как грязно. Не, я не шеф. Уникаете ответственности? Я не люблю, когда меня шеф... Как вы любите, как вас называют?
Я такой же работник, как и все мои работники. Работник. Вот смотрите. Вы к своей работе относитесь халатно. Нужно перемыть. Походу, витяжку давно ніхто не вимивав. Хіба тільки цю? І не замивав теж. Грязно. Смотрите, ну плита чиста. От плиту замивали, це видно. Тут мені подобається, молодці. Що з маслом у нас? Свіже, ні? Там до гарячника свіжий. А де гарячник? Сейчас посмотрю. Как его зовут? Костя. Костя! Костя, как часто масло меняете? Масло меняем раз в 3 дня. Дайте журнал замены масла. Он пока отсутствует. Мы не можем его наблюдать так именно почему-то. Не можем наблюдать журнал замены масла? А чему не можем? Что нам заважает? Ну, куда-то он пропал. Коли? Ну, я не... Но в последнее время я его не наблюдаю. А взагалі він був? Мы проверим качество масла. Вы просто посмотрите, я не успел опустить анализатор в масло, как сразу же у нас красный. Ребят, вы готовите вот на таком масле? Це небезпечно для життя. Срочно слить. Так, идемте дальше. Давайте парик посмотрим. Грязно или нет? У нас будет 2 варианта ответа. Держите вы и вы. Проверяйте, пожалуйста. Хлопці, вчора замивали, як ви кажете? Нет. А когда замывали? Ну, недели 2 назад. То есть там должно быть грязно? Ну, мне кажется, да. Давай. Теперь вы. И я. Раз, 2, 3. Грязно! Стыдно? Стыдно. Ребят, это уже не шутки. Ребят, надо, если вы уже выбрали нашу профессию, относиться с любовью, профессионально. Ну что, где там у нас мясо, рыба, все хранится? Пошли, покажите. Где вот то знаменитое мясо, которым славится ресторан? Это ваш знаменитый стейк. Как он называется? Рокко. Рокко. Заготовка завакуумирована. Дата есть 22.06. Я еще один маленький шмат за 16 червня. Это стейк тендер. Он уже потерял свой цвет первичный, видите? А хіба може 10 днів бути замаринований шмат сирого м'яса? Думаю, ні. Правильно думаєте. А куди потім він піде? В зал? Ви ще думаєте? Вот так вот, ребята, невнимательно. Дорада. А що з ним? А це хіба вакуум? Старий вже какой-то дорада. Пропав. Пожалуйста, щоб ви, друзі, розуміли, як виглядить пропавша риба. Якщо вот сібас більш свіжий, хоча я не можу ручатися, тому що стікера нет, но по цвету сока ми определяємо, этот ще красний. Этот уже бурый. Это мусор. И вы его храните. Давайте проверим сейчас чистоту полок. Грязно. В этом тоже грязно. Друзья мои, смотрите, это профессиональные холодильники. В них продукт хранится только тогда качественно, когда соблюдены все нормы. Чистота, маркировка и правильная вакуумация. По-другому у вас ничего не получится. Смотрите, какое интересное изречение. Вытри вакуум сам. И вот нам предлагают вытереть вакуум вот таким грязным рулоном бумаги. Нет, это типа объявлено. Ой, ну ребята. Объявляй, не объявляй, а все равно в штангу.
Вакууматор хоч чистий? Не знаю, я його не использую. Зрозуміло. Ну що ж, протру вакууматор сам. Давно пора було це зробити. Вакууматор грязний. У мене є претензії і к храненню продуктів, і к чистоті на кухні. Йдемте в зал. Очень просторный зал, высокие потолки, красивые, большие окна, очень много света в ресторане. Давайте проверим люстру. На люстре, к сожалению, есть пыль. Удобный диван. Я не вижу никаких дырок от сигарет. И в подушках тоже чисто. Это круто, что за мягкой мебелью следят. Зараховано. Под столом жвачек нет. Чисто. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Станислав, сегодня буду с вами. Очень приятно, Станислав. Меню, я смотрю, у вас обширное. Верно. Знаете меня? Знаю. Давно работаете? Полтора года. А в профессии? Лет 5. А, так вы профи. А це ще треба перевірити. Погнали. Первый салат. Салат с осьминогами устрицы. Ну, с какой устрицы? Жареной устрицы. А точнее? Хрустящей устрицей. С мякотью из чего? Мякоть манго. Так, и еще? И салат. Нет. И томатами. Дальше. Томатами, да. Салат кимчи с чем подается? Салат кимчи из апельсина. Из апельсина. С соусом песто и... Не волнуйтесь. И? Две такие травки-муравки. Базилик. Раз. И такая, вот ее многие девочки не любят, эту траву. Она клопами пахнет, ну. Ну что за травка? Кинза. Кинза. Скажите, а вы у всех заказы сидя принимаете? Да, мы присаживаемся в гостей. Присаживайтесь. Я думал, вы зарядку делаете. Это вверх, вниз, вверх, вниз. Ноги не устают? Встают. Поэтому периодически встаете, да? Спринг-роллы. Самый-самый первый. Спринг-ролл с тофу. С тофу. И спринг-ролл с креветкой. С чем с тофу? С овощами и базиликом. Короче, меню вы знаете плохо. Стас. Ну что, давайте что-нибудь закажем. Давайте вот мне авторский чай с яблоком и базиликом. Угу. Давайте вот смотрите, осьминог в устричном соусе. Хорошо. Тищенко шиканутый вырежь. А сколько стоит, не помните? 760, по-моему. Вы уверены? Просто у меня есть всего вот 760 и не больше. Или 860. А, даже так, да? То есть цен вы тоже не знаете. 740. И тут стратил. Ну что, расскажу вам о ценах в ресторане «Рока» в Одессе. Молочный теленок на кости 356 гривен за 350 граммов. Стейк рибай 365 гривен. Цена указана за 100 граммов. И давайте что-нибудь из рабаты посмотрим. Ну вот, например, филе из семги в соусе терияки 436 гривен. Авторский чай. Все чаи по 150 гривен за 1 литр. Час мити руки. Очень просторный туалет, высокие потолки, дизайнерский, в нем есть зеркало. Так, сиденье унитаза чистое. Внутри на сиденье есть желтые въевшиеся пятна. Это мне очень не нравится. Слив работает неплохо. Проверяем ёж. По верхам чистый, а внутри ржавый. Так, а что с бумагой? Ну, смотрите, туалетной бумаги осталось не очень много. До речі, в Китаї перший туалетний папір був розміром 60 на 90 сантиметрів, уяви? Странно, а я завжди вважав китайців маленьким. Це щоб обмотатися?
А нам привычнее рулоны. Оставлю софионы для гостей. Есть еще накладки на унитаз. Это очень удобно и гигиенично. Мне нравится. Ну что, идемте вымоем руки. Смотрите, какой модный кран. Чистый. Смотри, чувствую себя как в отеле. Набор мини-косметики, ушные палочки, влажные салфетки, спонжики, зубочистки и два дозатора. В одном крем для рук, в другом мыло. В цьому туалеті є чим зайнятися. Стоп. Чистый. Холодная вода есть. Горячая вода есть тоже. Знаете, мне понравился дизайн, но залеты по чистоте были. Идемте дегустировать. Приятно. Спасибо. Мне поставили графин с чаем. Скажите, как пользоваться? С такого ковшину можно и облитися. То есть к этому чаю прилагается отдельный официант, да? Да. Сидя, наливать чай неудобно. Если вы отвлечетесь, например, а девушки закажут этот чай, то его даже поднять невозможно. Он тяжелый. Продумайте еще презентацию. Хорошо, спасибо. О, Илья, пожалуйста, присаживайтесь. Так, презентация мне нравится. Молодой картофель. Картофель был уже предварительно запечен. Он в полуфабрикат. Картофель стал такой, как будто картошка пюре. Не чувствуется, что это молодая картошечка, понимаете? Переходим к осьминогу. Это дорогое блюдо, это деликатес. И стоимость этого блюда 740 гривен. Что, ничего не могу понять. Осьминог все вичено. Да. Вы указали в меню, что осьминог приготовлен на Арбате. А вы его приготовили всю вид. Это готовое уже блюдо. Да. Вы берете готовое блюдо и слегка обжариваете на арабате. Да. Вкуса гриля, вот, за тот, который мы любим, арабату, я не чувствую. Я не вижу здесь блюда за 740 гривен. Если честно, еще и осьминог жесткий. Мне невкусно. Спасибо большое за дегустацию. Вам спасибо. У меня еще есть одно дело. Поможете мне? Постараюсь. Идемте. Вот наш тайный покупатель. Леночка, здравствуй, как дела? Добрый день, все чудово. Как зовут сушиста? Оля. Стас, можете позвать Николая сушиста? Да. Здравствуйте, Николай, очень приятно. Вы готовили? Да. Ролл? Взвешивали? Да. Дайте, пожалуйста, меню. І віси. Можна показати, будь ласка, де ця страва в меню і яка вага там вказана? Рапан рол 240 грамів. Японська кухня з чорноморським колоритом. Ну що, давайте тарілочку, спасибо. Оттарюємо. Грам. 162. А сейчас? 225. 225. Так что, будет там? Естественно. Барабанная дробь. грамм. Это значит, что в ресторане... Робко не обвешивают. Спасибо, Николай. Лена, спасибо тебе большое. Мы твой счет оплатим.
Спасибо. Счет моего тайного покупателя 246 гривен. Мой счет за яблочный чай с базиликом и за осьминога в устричном соусе 890 гривен. Ну что, Рокко, проверка была неординарной, впечатлений много. Мой вердикт через секунду. Мы проверили японский ресторан Рокко в Одессе. Это наши ревизорские весы. Белый шар – это ян, черный – инь. Иными словами, ваши светлые и темные стороны. Начнем. Зал. Зал современный, относительно чистый. Туалет тоже порадовал. За зал – белый шар. Обслуживание. Со мной был официант Станислав. И Станислав меню не знает. Ни состава блюд, ни цен. Меню, конечно, большое, но знать его наизусть – профессиональная необходимость. И хотя в ресторане Рокко не обвешивают, а мы это проверили. За сервис – черный шар. Кухня. Ребята, вы утверждаете, что замываете все ежевечернее, но с чистотой у вас явный залет. Залеты и с хранением продуктов. На кухне полный аврал. И это черный шар. Цены. Мой счет за чай и осьминога на гриле 890 гривен. Японская кухня в принципе дорогая. Поэтому как ресторатор с ценой я согласен. Белый шар. Но за такие деньги я рассчитывал на безупречную дегустацию. Начну с гарнира. Картошку переготовили. А осьминог оказался жестким. Подача авторского чая неудобная. Жаль, но за еду черный шар. А вас очень хорошие отзывы. Но сегодня, после увиденного, я должен сказать, ревизор не рекомендует японский ресторан Рокко в Одессе. Знаете, вот в Японии главное слово – это уважение. Я очень жду, что вы начнете уважать своих гостей на все 100%. Я желаю вам процветания, желаю вам удачи, а пока до свидания. Спасибо большое. Просто зараз. Найжорстокіша ревізія сезону. Вот он аквапарк. Мы к вам. Оля! Да перестаньте, ну тут же дети, ну что вы вытворяете? Ну вы нормальные? Бери руку. Позорище! Ревизор в Одессе. Мы идем на спецпроверку в аквапарк Гавайи. Он находится в Аркадии, в самом живописном месте. Вот оно море, а вот он аквапарк. Це один з найпопулярніших розважальних комплексів для всієї сім'ї. Тут бувають і одесити, і туристи. Ціни приємлімі для Аркадії. Діти залишились довольні. Персонал вежливий. Запустили людей більше в два рази, ніж може вміщати аквапарк. Топчану на всіх не хватило. Вода ледяная. Шмон на вході перекрив всі положительні емоції. Уже не просто лапают сумки, а просят вывернуть все наружу. На наше возмущение говорили: не нравится, уходите. А что про аквапарк Гавайи скажет команда ревизора? А вот кассы. Здравствуйте, я Николай Тищенко, это программа «Ревизор». Мне нужно 3 VIP-билета. Кстати, почем они?
Цены наверху. Очень вежливо. Итак, стоимость билета в аквапарк. Смотрите, все зависит от времени пребывания. С 9 до 2 часов дня взрослый 300 гривен, детский 150. И с 9 часов утра до 7 часов вечера, то есть на целый день, взрослый вам обойдется в 600 гривен, а детский в 300. Аквавип утром 400, днем 500, на весь день 800. Хочу 3 VIP Luxury Deluxe. А в когось губа не дура. Сколько мужчин, сколько женщин? У нас разные раздевалки. Двое мужчин и одна женщина. Раснал или безнал? Наличными. Я с VIP-билетом могу ходить по всем зонам? А вы можете передвигаться по всему аквапарку. А человек, который без VIP-билета, точно так же может по всему аквапарку? Он передвигается только в аквазоне. Много людей в аквапарке сейчас? Достаточно. Ожидайте, пожалуйста. Как долго ожидать? Сейчас принесут VIP-браслеты мужские. Звідки ж їх несуть? А сколько ждать еще билетов? Ожидайте. Поки браслети з'являться, вже звечоріє. Девочки, что с моими браслетами? Сказали, ожидайте. А? Ожидайте. Я пришел купить самые дорогие билеты, я не хочу ожидать. Не понимаю, но... В чем проблема? Я вообще не понимаю. Просто за нами уже собралась очередь. Они все хотят посмотреть на вас. Ні, вони всі хочуть зайти в аквапарк. Ладно, окей, я не хочу больше ждать. Я оставляю здесь продюсера с деньгами, который купит нам билеты, а мы идем на ревизию. Здравствуйте, ребят. Мы к вам. Тихо. Вы что, с ума сошли? Не толкайте меня, вы мне за горло взяли. Зачем вы мне за горло схватили? Я не брал вас за горло, я стоял. У вас даже след мой остался. Иду. Мы идем проверять. Идемте смотреть. Добрый день. Рецепция и роздягальня. Нам туди. Отлично. Тихо, пожалуйста, не прищемите мне ведущего. Спасибо, благодарю вас. Благодарю. Заканчивайте, у нас порядок. Здравствуйте, я Николай Тищенко, это команда «Ревизор». Мы к вам с проверкой. Когда Одесса стала такой негостеприимной, вы мне объясните? Почему мы гостеприимны? Ага ж, на входе мы пометили. Давайте знакомься, как вас зовут? Анна. Очень приятно. Анна, кем вы здесь работаете? Приятно. Как люди попадают в раздевалку? На вашем браслете номер вашего шкафчика. Шкафчик открывается вашим браслетиком. Элементарно, Ватсоне. Смотрите, нам нужна раздевалка, переодеться, и мы хотим идти купаться. Хорошо. Все, тогда давайте мне мои плавки. Так, я подготовился, я даже взял специальные плавки гавайские. В общем, я в дресс-коде. Ну что, купаться? Мужская раздевалка где? Спасибо. Гайда на проверку. Очень много ячеек. Помещение просторное, светлое, с хорошим, приятным запахом. Так, ну отвернитесь, я быстренько шорты одену. Так, ну идемте. Давайте проверим чистоту тумбочек. Стойте здесь. Вы знаете, я ожидал больше. На тумбочках есть немного пыли. Проверим еще чистоту тумбочек внутри. Так, найдем открытые. Это закрыто. Закрыто. О, вот есть открытая тумбочка. Внутри на нижней полке чисто. Вот еще одна полка. Есть немного пыли. Также смотрите. В раздевалке есть огнетушитель. Он был заправлен в 16 году, в 8 месяце. Нужно было бы проверить и перезаправить. Идемте дальше. Или, пожалуйста, как вас зовут? А есть полотенце, шлепанцы в продаже? Полотенце аренда 50 гривен, залог 300. Ну что, берем. А нужно идти в душ перед посещением города? По правилам обязательно. По правилам обязательно. Тогда мы идем в душ. Спасибо.
як синхронно працюють. Раз зашиваємо. Два. Три і чотири. Давайте перевіримо спочатку чистоту. Щелях перегородки грибов. Не прослідкували до ладу. Хотя визуально сама кабинка выглядит свежей. Но есть вот такие мелкие повреждения, за которыми нужно следить. Головка душа. Налета нет. Молодцы. Давай, быстрее. Я же жду тебя. Горячая вода. Вода такой комнатной температуры. С душем мы разобрались. Теперь давайте разберемся с туалетом. Сиденье унитаза. Чистое. Это хорошо. С обратной стороны есть желтое пятно. И даже одно коричневое. Ганчірка сюди не сягала. Внутри нет ничего запрещенного. Слив работает превосходно. Такое ощущение, как будто водопад. Есть ведро. Педаль работает. В ведре есть гигиенический пакет. Правда, есть немного туалетной бумаги. Вот посмотрите, какая красивая, новенькая, беленькая колба для ерша. На ерше фекалий нет, но он ржавый. Держатель туалетной бумаги чистый. Так, бумага белая, ее достаточно. Ну что, по правилам аквапарка перед горками я принял душ. Теперь мы идем на горки. Эй, ой-ой-ой! Стоп. А в Гавайях раптово стало дуже гаряче. Я вийду, давайте представтесь тільки. Коленька, Коля, пожалуйста, аккуратно. Да я вийду. Да тапочки, стоп. Коля, держи, Коля. Ребята, ну вы... А сам падает. Дайте за сувенир, журналистка. Да я сейчас дам, Что вы делаете? Тут находятся дети. Пожалуйста. Не бери. Бери. Ну вы нормальные? Бери руку. Ребята, прекратите. Я журналист. Оставьте его в покое, парни. Да перестаньте, ну тут же дети, ну что вы вытворяете? Именно. Я журналист. Например, детям, позорище! Боже, как вы себя ведете? Это просто свинство, это человек! Это вы от него уйдите, он нас защищает! Вот здесь, я туда не уйду. Ну дайте мне врача. Хорошо, врача уже зовут. Смотрите, на одного человека 10 поступает с человеком так. Фу, позор! Я человек слова, я... А лікар як знав. Что случилось? Рассказывайте. Смотрите, у меня тошнит и крутится голова. Волокли меня по земле, я весь в ссадинах. А чего вас волокли? Непонятно. Давление меряем. Мерите мне давление. У вас немного повышенное давление. 160 на 100. Немного? У нього норма 110 на 70. Ну, повищено, що далі? Ви врач? Я врач, так. Да. Про клятву Гіппократа чули? А можна зараз дати якісь ліки Миколі? Це гіпертонічний криз, це дуже високий тиск. Це не гіпертонічний криз. Це немного повищене давлення. Можна, пожалуйста, медикаментозно пролічити ведучого, у которого дуже сильно повищене давлення? Я бы хотел, чтобы он зашел в медпункт. Я бы тоже этого хотела. Помогите, пожалуйста, ведущему. Вы сможете? На которого напали 10 ампалов. Подожди, никуда не йде. Окей, оскільки ведучому погано, медичну допомогу у Гавайях йому надати не може ані лікар, ані охорона, яка цього не дозволяє, ми звідси йдемо. Ми про тебе попіклуємося самі. Ну що, отдохнули,